Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. Киров начнет экспортировать средства ПВО. Это произойдет уже в следующем году. Технику будет производить Кировское машиностроительное предприятие. По словам его директора Эдуарда Носкова, с 2018 года завод начнет поставку средств противовоздушной обороны за рубеж, став соисполнителем обязательств России перед иностранными заказчиками. Соответствующие заявки предприятиям уже получены. Сейчас оно осваивает производство двух типов зенитных управляемых ракет. Один из них уже стоит на вооружении, второй вид является новым и перспективным. Активным отмечают власти. Программа «Экономика». Официальные зарплаты на кировских предприятиях вырастут. Члены организации профсоюзов региона, Союза промышленников и Агропромышленного союза договорились поднять минимальные зарплаты на своих предприятиях до прожиточного минимума. Это чуть более 10 тысяч рублей. Соглашение об этом организации подписали с руководством Кировской области. На сегодня МРОТ в регионе 7800 рублей. «Экономика» на 101 FM. Предприятия ОПК помогли региону увеличить собираемость налогов. За 9 месяцев в бюджет поступило почти 33 миллиарда рублей. Основной рост поступлений произошел по налогу на прибыль организации. Его собрано почти 5 миллиардов. И это на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. По данным кировского Минфина, такая ситуация сложилась благодаря крупным налогоплательщикам, в частности, в сфере оборонно-промышленного комплекса. 10 компаний дали почти 40% поступления налога на прибыль. В завершение о валютах. Доллар сегодня 59,63. Курс евро 70 рублей 36 копеек. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.